Ну что же, дамы и господа, всем привет, как обычно, Дмитрий, мы продолжаем катать в Марштуглоге. И самое интересное, наверное, сражение нас с вами ожидает, Бородинское, в котором мы должны будем сражаться, как ни странно, за Наполеона, коли игра про наполеоновские конкретно сражения. Вот, про его путь к славе. Ну и с небольшой долей альтернативщины. Так, 8 сентября 1812 года Бородинская битва была одним из сражений наполеонских войн в ходе вторжения французов в Россию. В боевых действиях участвовало более, так, около 250 тысяч человек, с которых не менее 70 тысяч погибло, что сделало Бородинскую битву самым кровопролитным днем наполеоновских войн. Великая армия Наполеона атаковала русскую армию, сместила ее с первоначальных позиций, но не смогла одержать решительную победу. После битвы обе армии были истощены, и русские на следующий день оставили поле сражения. Бородинское сражение стало последней попыткой русских остановить продвижение французов в Москве, которая пала недели позже. Однако у французов не было четкого способа заставить императора Александра I капитулировать, так как русская армия не была окончательно разгромлена. Это привело к окончательной неудаче французского вторжения и отступлению из Москвы в октябре того же года. Так, задачи забагованы, но это мы попозже посмотрим. Повторюсь, я, наверное, вам уже говорил, когда мы только начинали играть, что я пробовал пойти Бородинскую битву в режиме сгенерированного сражения. Но она там оказалась очень забагованной, и пройти ее, по сути, было нереально там. Посмотрим, как это будет выглядеть в кампании. Я надеюсь, что все будет намного круче, к тому, что тут можно будет повышение прокачать, и это очень здорово. Подкачанной артой мы сможем добиться очень многого, я надеюсь. Вот так вот. Вот так вот. Вообще, окончательного мнения у историков нет насчет Бородинской битвы. Кто-то считает, что все-таки эта победа досталась французам в каком-то смысле. Они продвинулись дальше, все-таки хапнули Москву, все такое, да. Другие считают, что все-таки начался коренной перелом именно с этого сражения, что русская армия сломила главную, так сказать, силу французов, и те просто дальше не могли ничего сделать. Ну а кто-то просто считает, держит нейтральную позицию, считает, что и те, по сути, чего-то добились, чего-то не добились, в общем, ничейка. Давай, come on, детка. Ну, слушай, не слабую такую канонаду нам удалось с первого же хода провернуть, устроить. Это очень круто. Ну-ка, если я вот так зайду. Как им понравится? О-о-о-о! То самое чувство, когда ты захватил Бородино в первый же ход. Замечательно. Так. Теперь надо как-нибудь грамотно походить, чтобы не случилось никаких проблем. Ух как! Смотри, как мы можем вмазать им. Потерять, конечно, людей своих в каком-то количестве. Но очень не слабо врагам нашим вмазать при этом самом. Так. Значит так. А чё по поводу кавалерии? Ага. Ясно. Кавалерия ничего толкового сейчас не сделает. Не сможет. Точнее, сделать. Надо вот эту всю хрень подчистить и занять холмы. Стараться. Так, давай-ка. Давай-ка я сейчас подумаю, как это сделать нормально. Тут фигово. Что-то все. Я почти уверен, что нашим братишкам тут втащат.
Однёга. О, в ближнем бою неплохо так втащим. А тут только чуть-чуть. И то не получилось. Но ничего. Зато мы его как сейчас им сделаем. Not bad. Ну, трёху терять это очень тупо. Ради какой-то чисто теоретической выгоды я бы не стал. А то и лучше, наверное, просто посидеть пока. Конячками просто подойдем. Ну и вот так тогда походим. Как им интересно, понравится сейчас без Бородина-то сидеть. Да, авто отвели. Нам еще Маслова надо и улицу отхапать. Ну, улицу отхапать, я думаю, не так сложно будет, как отхапать Маслова. Ой, тут сейчас проблемы будут. Нет, нормально. Держимся. Нельзя ту пехоту терять ни в коем разе. Иначе мы можем не слабо потерять людей. Терять инициативу. Я бы даже сказал. Ладно, походили. Бородино хапнули. Пострелять не дадут. Ну и хер с вами всеми. Так, а ахта может пострелять. Да, вот эта ахта может пострелять. И, наверное, надо бы им пострелять. Так. КГшку надо было как-нибудь на КГшку их спровоцировать для дополнительного урона. Ну, вообще ни черта не дают из-за того, что они на холме. Ой, тут сейчас очень рисковая затея может случиться. Ну, давай попробуем. Отступили, братюни. Ну-ка, может, мы с ахты сейчас сможем заехать им. Не, препятствие какое-то на пути. Вообще, на самом деле, никаких препятствий тут нету. Вообще никаких. Это обычная луга. Просто холмик. Если учитывать физику боя, мне кажется, тут не должно быть никаких неприятностей. Вот сейчас, если... Вот падлы. Ну, в принципе, ладно. Но главное, что мы их на КГ провоцируем. Это самое важное, что надо иметь в виду с этого дела. Ну, а кто, и мы не можем сделать ровным счетом ничего. Продвинемся вперед. Так ни черта нам не дадут. Ну тут, в принципе, можно порисковать. Рискнул в Сосновское болото залезть. Что-то как-то слишком больно нам тут сделали. Намного больнее, чем я ожидал. Ладно. Если Каве не вмажут слишком жестко, то мы начнем божить со следующего хода тут. Просто всем втаскивать, как только можно. Партизанем. Стреляем. И ничего опять не случилось. Штурмуем чертову улицу. Ой, супер, без потерь обошлись. О, здесь что-то вообще как-то печаль.
Эти парни вообще стрелять не могут. А, второй холм там, что ясно. Ну, что-то грустно как-то. Что-то как-то грустно тут. Трёха. И тут тоже трёха. Ну, тут трёха без риска. Для нашего здоровья. Ладно, давай вот так попробуем по стрелушке привести. 1-1. Во фланг никак не войти. Ладно. Просто продолжаем классический обстрел. Ну, а здесь рискнем здоровьем. Немножко по лбу получим. Зато можно снова отстрелить несколько противничков. Никаких коробок и корешек мы, увы, не увидим. И здесь никаких шансов ничего сделать. Меняем ход. Кавалеристы бяку делать не будут. Это уже что-то дозначит. Ой-ой-ой-ой-ой, что-то дозначит. Держимся, братюня. Ой, я что-то... Я вообще совсем не доглядел. Вот это очень-очень-очень тупо. Я чуть сейчас не просрал очень важную боевую единицу. Просто так. Просто не углядев, что тут имеется подход. А с другой стороны, вражины сейчас лишь залезли прям к нам в гости. Можно будет это использовать. Ох, посмотри, как мы можем. Ну вот и замечательно. Так и сделаем. Все, в ноль их уничтожили. Автоводов, конечно, очень жалко. Надо бы маршалов сюда перекинуть. Но нельзя. Только чуть-чуть поближе. Из-за переправы через реку мы не можем. Но ничего страшного. Не критично. Во всяком случае, то, что мы сейчас какой просчет допустили. К счастью, не все еще так плохо. Так, давай-ка рукопашку. О, вот это подарок просто. А можем ли мы? Нет, не можем. Очень плохо. А нет, можем вот от Седова подойти. Потому что я хочу вынести каре, чтобы кавалерии нашей пройти к вражеской арте. И втащить ей. Во как! Замечательно. Отступили они. А теперь мы вот так вот, хопа, и нету. Просто зашибись. За шипцом. Вот это, честно говоря, немалая доля фарта сыграла свою роль. Потому что я тут совершенно не верил ни во что. Вот так мы можем пройти удобненько. И теперь надо подниматься на холм отрядами. Тут промаршируем до сосновских болот. По стрелушке я бы проводить не стал. О, подняться на холм и попасть под огонь. Давай. Это рисково. Оу, но это будет очень круто. Нам надо пробиваться к Маслову. А, но с другой стороны... Так, с другой стороны, вот эта хрень, она очень уязвимая. Да, трешка. И тут трешка. Короче говоря, давай-ка вот так вот загубим мы коняк неприятельских.
У нас, кстати, очень сильный моральный урон. Очень сильно втащили нам морально. Мало приятного, конечно. Так, ну, пехотку чуть-чуть на юга стену одну. Эти парни пусть в резерве побудут. Все. В принципе, ход можно заканчивать. Разменивать ради Семеновского я бы не стал. Меняем ход. Кавалерия притопала к нам в гости. И она может сделать очень больно при желании. Ой, видишь? Так, ну и здесь ожидаемо тоже нам сделали больно, потому что у нас ясен пень, тут определенные трудности были. Но враг залез в лес. Кавалерия не может никак атаковать города, поэтому я пока, в принципе, ничего страшного тут не вижу. Главное пробиться к Маслову. А, мы еще... А, мы вообще в ноль потеряли, блин. Войска. Немножко тупо. Вот это немножко тупо и печально. Не надо было, наверное, в прошлом ходу атаковать. Надо было как-нибудь отойти. Тут очень неудобная, на самом деле, территория. Ладно, будем как-нибудь из этого по-своему выкручиваться. Маслова уже недалеко, так что если мы сейчас не облажаемся по полной уж совсем, то, думаю, справимся. Арта не достанет вообще никак, и никуда, и никого. Ну, а тут вообще придется... Нет, вот эта сраная Семеновская нам все равно придется колбасить. Обидно. Обидно, но Семеновская нам придется отстреливать. Ух ты, из лесов-то. Под огонь попаду. В любом случае, кто-то попадет под огонь. Ну, давай. Хрен с тобой. Главное, пройди туда. А, он еще один автоматический огонь может сделать. Слушай. Жесткий дядя. Но придется под огонь попадать. Что поделаешь? Что поделаешь? Можно тут немножко повоевать, поштурмовать, конечно. Но все-таки глуповато эта затея. Чувствую. Так, отступающие братюни еще какое-то время будут ерундой. О, кстати, слушай, мы больно можем сделать очень. Очень больно. Ну-ка, давай в штыковую. Можно было бы по арте пострелять, но надо этих уродов из Семеновского выгнать. Иначе они нам сделают бяку еще как-нибудь. Так, по конякам лупить это. Что-то как-то совсем не очень получается. Из болот вообще что-то. Нулевой дамаг выходит. Препятствия на пути, препятствия. О! Все коняки в полной безысходности, поэтому... В принципе, наверное, остается только вариант в штыковую добить неприятеля. О, ну и тут можно, кстати, по стрелушке повести. Но враг не отступает, к сожалению. Да, к сожалению, не отступает. Кавалерия вообще никакой пользы тут не приносит, никак не пройти. Вот это обидно. Меняем ход. Масло вообще в жопе какой-то находится.
И туда тупо не допиликаешь. Этих сейчас не убили, кстати, удивительно. Братишки, вы держите... О, нихрена себе. Вот сейчас Ахтоида убанут по ним, и до свидания. Ну, тоже вариант. Ну, к нам хоть подкрепа пришла. Хоть одна хорошая новость. Даже две. Причем она в Бородино притопала. Мораль наконец-то восстановлена. И все равно по старушке нам ни хрена никакие не дадут привести. Так что смысла в этой восстановленной морали просто ноль. Ну да и ладно. Под автоматический огонь придется попадать, чувствую. Чувствую, хочешь не хочешь, и придется. Тут еще отступающие какие-то войска сидят. Надо их добить. Все, нету. А, кстати, пожарища-то уже нет тоже. Ну, замечательно. Хоть одна хорошая новость. Надо теперь как-то с этим Семеновским разобраться. Видишь, по стрелушке мы тут не проведем никем. Не дадут нам. Давай рискнем вот этими парями. Пойдем под огонь немножко. Стрелять нельзя. А вот тут сейчас авантюра. Не, нормально получилось. Хорошо. Захватили Семеновское. Так, сейчас сразу проверю, можно ли пострелять. Нет, нельзя все равно. В таком случае топаем на холмик. Холма можно кавалерию попробовать прибить. Ну и тут сидеть в городе в этом дебильном я вообще смысла не вижу. Очень быстро реген у врагов происходит, и поэтому смысл пребывания там теряется. Кавалерию тоже уже отведу. Единственное, подержу один пехотный полк на Бородино, на всякий случай, чисто. Так. Чудо-Арту к маршалам закину. А здесь чертовски круто, конечно. Было бы чего-нибудь такое сверхъестественное поделать. Ну, видишь, не дадут. Бонус к реактивному огню, конечно, должен по-божески тут затащить. Но это не точно. В принципе, одинаковая дамага. А тут вообще что-то ничего не сделать. Как-то совсем печально. О, у нас еще и гусары были, я забыл про них совсем. Сосновское болото посещаем. А, и тут ведь еще пострелять можно. Снять кавалерии немножко. Но я бы, наверное, втащил пехотки. Потому что нам надо переться на Маслово. Улицу мы... Ну, почти 100%, что улицу уже взяли. Маслово надо добить. Чтобы добить Маслова, надо пехотные пауки грамотно сейчас передислать. Ой-ой-ой, кто сюда пришел? Вот занятие для кавалерии нашлось. А я тут вам сказки какие-то рассказываю.
что ничего мы не можем сделать. Отступайте, батюшка, отступайте. Провоцирующее отступление. Ну, кавалерии, они не дойдут до Ахты, это самое главное. Потому что если бы они дошли до Ахты, мы были бы в полной жопе сейчас. Я вообще никак не могу сказать, что тут чего-то, какой-то ужас, катастрофа или что-то такое. Ахта на холме, и Ахтой можно вдарить очень неслабенько. Можно вдарить по кому угодно, и эта Ахта бонусная, что самое главное. На секундочку, самое главное то, что Ахта бонусная. Но проблема в том, что Кава не добьет Ахту, если мы сейчас будем какую-то ерунду выдумывать. Вот этих уродов надо добить. О, они только пришли и сразу мы их убили. Замечательно. Так. Ну-ка, если я здесь открою пространство, как думаешь, получится что-нибудь, нет? А, кстати. Нет, давай к партии зарядим. Есть идейка. Если они далеко не убегут... Они убежали в очень хорошую точку. В общем, жопа им жопшная. Так. Каве вражеской мы втащим при любом раскладе. Эту семеновскую хрень отстрелить, в принципе, тоже не проблема. Давай-ка вот так. Зайдем. Вынесем Ахту. Можно еще чуть-чуть помаршировать, я думаю. Хуже от этого не станет. Так. Сек. Здесь, наверное... Ну, блин, надо попробовать рискнуть, посмотреть, что будет, если мы чуть-чуть подойдем к городку. Урон на двуху. Так. Ясно. Кстати, урон на трёху сразу постреляю. Но на всякий пожарный случай, у меня тут коньяки есть. Надо навалять этим товарищ. Нет, видишь, они въедут в нашу Ахту, поэтому мне придется закрыть кавалерией. Последний подход. В этом случае нам может стать очень больно тут. Так. Что мы можем тут наизобретать? Веселую пострелушку. Одна штука. И здесь, в принципе, ничего не сделаешь просто. Просто испугаешь ежа голой задницей. Давай прикроем все позиции. Возможно. Просто прикроем. Я понимаю, что никакой дамаги тут не будет. Надо просто отвлечь кавалерию от великих дел, которые мы творим на севере. Меняем ход. Видишь, они сами уже догадались, что мы хотим сделать. Искусственный интеллект в этой игре не такой тупой, как, вот, например, многие критики пишут про новый Total War. И мне мои знакомые говорят, да и я сам, в принципе, заметил, что, по-моему, даже на средней вот сложности в Наполеон Total War мне было играть сложнее Наполеон Total War, когда он вышел. А в Сагу, в принципе, на ура играется. На средненькой, стандартной. Как еще ее называют. Так вот. Блин, ну... Втащить надо Каве. Это 100%. 100% ей надо втащить из-за того, что... Слишком она воняет тут сильно нам. Придется поэтому что-то изобретать. Колесо изобретать, да?
Улицу, в принципе, пообороняем. Нормально все с этим, я думаю. У нас будет, можно в штыковую. И они, я думаю, уже свалят. После этого всего. Готовы. Замечательно. Продолжаем движение. Похеренные войска. О, они по холму могут втащить. Хотел их отправить в Князькоро. Наверное, Князьково. А не Коро. Но, ладно, это уже проблема авторов данной игрули. Ух ты. Ну, слушай, на холме неплохо втащить можно этим всем гражданам. А тут, что самое главное, мы сейчас еще и без марша можем навалять кавалеристам. И, по сути, вот сейчас мы должны добить их. Не, не добили, но тоже нормально. То, что мы сделали, тоже нормально. Вышли на холм. Совсем скоро подойдем к Маслово. И там уже, по сути, финал нас ждет. О, можно еще пройти немножко, да? Да, Семеновская займи. Там можно отрегениться. Тут на всякий пожарный случай подойдем в лесок, если кавалерия решит нас немножко побесить. Еще пришли братюни. Подкрепление. Сейчас мы им по яйцам дадим разочек. И все. Наверное. Так. Да, кавалерия решила нам втащить немножко, но это не критично. Критично то, что на холме случилось. Но даже на холме, в принципе, чего-то конкретно ужасного не произошло. Прям такого. О, можно уже по стрелушку по коробке провести, по каре, да? Последний рубеж обороны перед Маслово. И я бы все-таки, наверное, это сделал. Пострелял бы из Ахте финально. Так, ну вот этих можно, наверное, и подвигать. Давай сейчас посмотрим, кто у нас что может сделать тут. Вот, допустим. Допустим, вот так. Если. От него очка. Вот этими парями сюда. Вот этими сюда. Ну, видишь, один путь для отступления у них. А, смотри, кавалеристы. Все равно не можем мы немножко пройти. У них есть один путь для отступления. Все-таки есть. Печально. Печально. Ну ладно. Давай атакуем. Посмотрим, что из этого получится. Тут вообще нифига. Ясно. Ну, в принципе, смысла нет уже. Ой, маршалы вообще черти куда могут уйти. Убежать. Мне нужно. Меня интересует не маршалы, меня арта интересует здесь. В первую очередь. И она, в принципе, может неплохо так всяких вещей поделать. Ясно. Так, ну давай сейчас подумаю. Тут, блин, урон помогали, серьезный. Мы понесли. Ну да ладно, холм мы захватили, близлежащий. Слушай, сюда нельзя. Сюда все-таки нельзя. Зашли в лесочек, да? Надо бы кавалерию эту шлепнуть, чтобы не мешалось под ногами. Провоцирующее отступление. Можно даже еще чуть-чуть дальше пойти. Ну а здесь придется все-таки, наверное, залп то и сделать. Но! Если вот эти граждане сейчас не огребут, то придется стрелять по ним. А они огребли. Ну все, замечательно. Тогда бум-бум-бум. Тут пришлось бы, потому что... А, они в отступление все равно пошли. Печаль.
Печаль, что мы не можем их добить. Можно разменять войска. Но ничего, мы все равно не получили от этого. Немножко на марш. И в Семеновское. Так, маршалов туда же. Ну все, меняем ход. Никаких подкреп, ничего. Ровным счетом. Немножко в отступление наших отправили. Немножко подстрелили. Ну, ничего страшного. Катастрофически не случилось. Можно вот устроить бум-бум-бум, чтобы не воняли в новом. Огонь разгорелся. Но они даже не отступили. Потому что арта немного не та. Участвовал в этом эпическом батле. А в любом случае просто придется тут мимо проходить. Каким-то образом пытаться им навалять. Постараться хотя бы. Шансы сейчас, кстати, имеются. Немного им поднавалять. Веселые хоумики. Вот эти уроды на холме нам мешают очень. Все сделать по красоте. В лес пиликать нет смысла. Спиликать уже нет смысла. Осталась классическая добивашка. Но эти твари, конечно, держатся. Слушай, посмотри, какие жесткие-то. Но даже самые жесткие товарищи погребают со временем. Это главное. Это залог нашего успеха. Так. Так. Все. Ход заканчиваю. Сейчас еще подкрепок к ним придет, да? Мы и втащить, кстати, сможем, если наших парней не перебьют поблизости. Все равно в новом куча врагов нарисовалась. Правда, отступившая куча врагов. Свежеотступившие войска получили бусмагали. Видишь, тоже бяка, как всегда. Ну, а вось сейчас все закончится здорово. Бум-бум-бум. Если поближе, то еще веселее им втащим. Ну и заход кавалерии. Спровоцируем их на каре. Пострелять не дали. Уже можно последние оборонительные рубежи вскрывать, но я бы не стал сейчас этого делать. Лучше пехотниками отойти, добить последнюю угрозу. Корешную.
Вот за одну урон помогали, нивелировали. Здесь 3 на 3. 3 на 3 это капец как обидно. Тут я еще подумаю. О, ну елки, с этого холмика придется пострелять. Уж больно это полезно. Купируем город. И пора бы все-таки брать Маслова. Для этого надо подойти немножко ближе. Маршем подойдем к ближайшему холму. Тут у нас что? А тут у нас что-то вообще печаль какая-то получается. Последнее укрепление под Маслова мы вскрыть пока не можем. Тут я, пожалуй, рискну. Если враг захочет, он втащит на шахте теперь. Потому что все, кто тут поблизости находится, они могут теперь нам сделать очень больно. Ну и ближайшие, то есть ближайшие, дальнейшие уже, самые наидальнейшие войска мы подтянем. На всякий случай. Чем черт не шутит, могут еще ведь подкрепы прийти. Под Бородино. Это будет очень больно нам. Но, к счастью, вроде как пока обходится. И без этого... Все. Прелесть. О, стрелушка из-за препятствий на пути невозможно. Как-то замечательно. Ладно, придется пиликать второй автой. Придется пиликать пехотой. Только это немножко потом. Сейчас надо подумать, как тут. Давай залп. Залп по-любому придется сделать. Уничтожили! Мы их уничтожили! Ура! Но к холмам никак не подойти. Вообще никак. Придется пиликать тогда. Сюда еще отрядом. И на всякий случай надо бы добить вот этих. Штурм города отложим на какое-то время. Ну, вообще такое себе понятие штурма тут. Веселая атаковашка. И нету. Тут маршируем. Тут берем холмик. И просто перестреливаем их. Все, у врагов наших ноль шансов чего-то сделать. Дофига стоящего. Отступают парни, которые сгорели в Князьково. Но сгорели они не зря. Остается нам, по сути, только вот взять этот треклятый городок. На всякий пожарный надо было, конечно, охрану оставить. По-хорошему. Надо было бы, ну, ладно уж. Так, все, в лес лезть нет смысла. Стрелушки проводить. Давай на всякий случай сюда вылезем. Они атакуют, конечно. Потому что баги тут встречаются. Я вполне могу не попасть на холм. О, посмотри, кто пришел. Этой мразоте надо бы нам как-то навалять еще. Пытаться. Моральку получили, буст. Слушай, вот это самое Маслово только осталось. Но, блин, нам вот доубить и доубить придется, по всей видимости.
Кавалерия ничего не сделает нашим войскам совершенно. Давай, ладно, отойду. Здесь дострелю, так сказать. Какие-то забагованный уровень, реально. Я не удивлюсь, если мне еще и победу не засчитают потом, когда мы штурмуем все-таки это Маслово. Так. Так, сяк. Ладно, как-то надо на холмик выйти. Знаешь, у меня еще идеи есть. Надо попробовать, проверить, по крайней мере. Пострелять отсюда. Авось мы сможем сейчас нормально что-то сделать. Нормальному. Провести пострелушечку. Так вот. Какие-нибудь похеренные войска надо бы отвести к Бородино. Пусть там отсиживаются. О, смотри, на холм все равно никак не залезть. Тупо. Очень-очень тупо. Ну ладно. Как-нибудь вот так зайду и меняю ход. Самый максимум, что мы тут можем сделать, это чуточку огрести. От врагов наших. Ну-ка, давай проверим. Опа. Нет, ни хрена. Ни хрена. Хотя с холмов он должен попадать, по идее. Ну, последняя мысль у меня такая. Подвести к холмам арту. К ближайшим холмам, вот тем, которые я только что занял. Это последняя моя мысль с этим связанная. Больше я не имею идей, как это самое Маслово нам штурмовать. Серьезно. Это, наверное, даже хуже, чем бразильские джунгли из сердец тюгов. Бесит не меньше, во всяком случае. Еще есть смысл... А, смотри, какие. Прям блокадники ленинградские. Какие жесткие-то парни. Так, давай-ка я отойду, наверное. К Валерии. Еще можно второй холм проверить. Чем черт не шутит. Баги, они и в Африке баги. Может быть, пострелять сейчас доведется нормально. Так, и вот эту арту сюда ближе. Конячками отойду. А пехоту, наоборот, еще немножечко поближе. Бородино займу, на всякий случай. И на всякий случай займу улицу. Не уход. Если прибудут еще подкрепы, то мы будем к ним готовы. Ну, посмотри просто, какие наглые. В этом Маслово засели. И воняют нам. Ну и... Нам надо было просто поставить арту под огонь. Боже. Это самая тупейшая, господа, развязка, которую я когда-либо видел. Ну ладно. Люцен будет следующей нашей миссией. Я надеюсь, она будет более логичной, чем вот это вот. А на этом пока все. С вами был Дмитро. Подписывайтесь на канал, делитесь видео, ставьте пальцы вверх. Всего доброго. Увидимся с вами в продолжении. Помните, что все самое интересное еще впереди. Thank you, guys.